А сейчас выясняется, что это такое же нормальное явление жизни, профессиональный спорт, как и все остальные многие забытые, все вспоминаемые профессии. Люди пришли сегодня, был полный ресторан, все были довольны, никаких эксцессов. Было весело. Смотрите, какие красивые девушки, в каких вечерних платьях. И просто некуда больше пойти, а здесь нормально. Мужчины в смокингах. И вот весь тот эмоциональный запал, вот те восторги, которые люди здесь выкладывают, это тоже разведка, это тоже отдых.